Здорово, шашечная братва! Недавно завершился чемпионат России по русским шашкам среди мужчин. В классике и в блице победу одержал санкт-петербургский мастер спорта Роман Щукин. Молодец, Рома, красавчик! Поздравляю! В быстрой игре победил якутский гроссмейстер Николай Гуляев. Молодец, Николай! И сегодня я хочу, друзья, разобрать интересные партии с чемпионата России по быстрой игре среди мужчин. Ну, так называемый рапид. Участники играли с регламентом 8 минут на партию плюс 4 секунды на ход. И хочу порекомендовать, друзья, канал Яниса Сафина. Шашки для всех. Вот как раз Янис снимает наиболее интересные партии с первой и второй доски. То есть наиболее сильные спортсмены там играют. Как раз вот хочу порекомендовать. Вот посмотрел ночью, вот сейчас уже 7:30 утра. Вы знаете, друзья, всю ночь смотрел. Очень интересно, всем рекомендую. За счет вот просмотра вот этих партий, анализа, вы здорово можете повысить свое мастерство. Ну, давайте приступим к разбору партий. Первая партия. Дмитрий Цинман, гроссмейстер из Республики Татарстан против Баира Ринчинова из Республики Бурятия. D2, D4, F6, G5. Обязательно, жеребьевка такая выпала. Так называемая летающая шашка. Как Василий Наумик называет, у белых домик в центре. В первой партии Баир Ринчинов отбился, сыграл GH4. Во второй партии Дмитрий Цинман уже отбивался. Ну, у белых позиция чуть похуже. Дмитрий сыграл CD2, Баир ответил GF6. Дмитрий тут долго думал, но все-таки разменялся. Ну, в принципе, позиция после... Ну, даже можно на C5 бить. Тут позиция абсолютно равная. Размен. Дмитрий тут сыграл DC3, можно и так играть, можно и BC3, и AB4, как угодно. DC3, Баир здесь сыграл AB6. CD4, белые занимают центр, ну, черные им не препятствуют, как говорится. Дмитрий разменялся, в центре поставил так называемый тычок. Ну, обращает на себя внимание, что у белых такой разрыв по флангам. И вот этот разрывчик... Баир Ринчинов умело используют. HG5 играют черные. Ну, позиция кажется безобидной на самом деле. Белые размениваются. То есть, есть, допустим, такой план. HG3, CB6 и FE5. Черные жертвуют шашку, но особых выгод не имеют, несмотря на рожон на поле E3. Эта позиция, конечно, ничейная. Баир поэтому играет FG5. Ну и тут Дмитрий Цинман допускает безобидную на первый взгляд ошибку, но на самом деле она ведет практически к проигрышу. Вместо размена, допустим, HG3 и побили на E3 с абсолютно равной позицией, белые сыграли GF2. Ну, кажется, ничего страшного тут. Допустим, на такой ход можно как-нибудь, не знаю... можно, допустим, так пойти. Ну, как угодно, на размены. То есть, BC3 как-то может тянуть. Абсолютно равная позиция. Кроме единственного хода. GF4. Ну, так же не пойдешь, белые, потому что шашку выигрывают. Но не так рассудил гроссмейстер Баир Ринчинов. И он играет именно GF4. И выясняется, что вот какие-то такие планы, это все плохо, потому что у белых нет разменов, черные... Рано или поздно прорвутся на этом фланге. Приходится меняться. Ну и черные также. Они только что проиграли шашку, но тут же ее отыгрывают. И выясняется, что у белых сходится все к плохим сходкам. То есть, допустим, BC3, BA7, AB2, DE7, допустим, CB4, CB6. Ну и как бы белые тут не играли, у них плохо. В партии было BC5, черные сыграли BA5, белые BA3, ну и после хода AB4 белые сдались. То есть, ну, такой ход еще был, допустим, побили сюда, ну и потом пошли в дамки, ну или сюда можно пойти. То есть, легко выигранная позиция. А если бы белые сыграли, допустим, BC3, тогда играем
Е6, ну и после CD6, АБ6 просто. Ну и тут, как говорится, как ни жертвуй, везде плохо, везде проиграно. Ну еще, в принципе, можно было пойти Б5, но тут еще проще все. Черные размениваются, BC3 надо играть, ну и черные играют ED6. И возникает позиция, как столетней давности как-то эту позицию выиграл дедушка, гроссмейстер Городецкий у мастера Гордевича. То есть белые, допустим, жертвуют шашку, пытаются пройти в дамки, ну и черные просто отжертвуют одну шашку, вторую, ну и обрезают белых по большой дороге. Вот такая интересная партия для затравочки. Вторая партия. Андрей Кригер, сильный мастер из города Оренбург, против Николая Гермогенова, гроссмейстера из республики Саха-Якутия. CB4, DC5. Белые побили, обязательные ходы. Ну и во второй партии Андрей Кригер, игравший черными, побил на C5, довольно-таки быстро уравнял эту позицию. А вот в первой партии Николай почему-то побил на E5. Тут на самом деле у черных довольно-таки большие проблемы. Белые играют AB4. Ну и приходится играть FG5 черным. Белые размениваются. Занимают сильное центральное поле шашкой C5, так называемый тычок. Черным надо, допустим, размениваться сперва. Разменивают тычок. Белые играют BC3. Ну и тут обычно играют BC7. BC7, ну и тут возможно ловушка за белых. То есть после BC7 может сыграть CB4. И если CB6, то мы нападаем. И отходить BC5 нельзя, потому что белые играют AB6. Ну и куда ходить? Сюда не отойдешь, потому что просто белые прорвутся в дамки. А на D4 нельзя, потому что белые ставят присоску, так называемую, DC3. Ну и куда бы черные не били, то есть если побьют сюда, мы играем GH4. Ну и пошли в дамки там, бесполезно. А если черные, допустим, бьют сюда, ну мы бьем сюда. Побили. Ну и после GF4 у белых выигрыш тоже. То есть как не бить? Бесполезно. Белые идут в дамки с лишней шашкой. То есть в этой позиции обычно, конечно, играют BC7 черные. Но Николай почему-то сыграл DC7. А тут уже позиция черных выглядит опасно. Чуть ли не проиграно. AB2. GH4 надо. Ну, черные не могут в центр выйти, потому что играют белые B3, ну и постоянные вот эти удары будут. Позиция очень плохая. GH4. Белые играют B3, черные играют HG5. Белые играют CB4, готовят упор для размена на поле C5. Ну и черные завязывают правый фланг белых. Тут Андрей Кригер разменялся. Ну и рассчитал следующий вариант. Черные напали CB6. Андрей не стал CD6 так размениваться. Там есть преимущество, но выигрыша нет. Он резко пошел DE3. Черные побили. Белые побили на C5. Ну и выясняется, что позиция белых выигранная. То есть в этой позиции GF6 надо играть. Здесь Андрей Кригер долго думал. Нашел комбинацию и сыграл CD2. Я, честно говоря, во время расчета тоже, когда первый раз видео смотрел, тоже эту комбинацию увидел. Но, оказывается, она ведет к проигрышу белых. То есть, после CD2, на самом деле, этот ход не ведет к выигрышу. То есть, потому что черные могут сыграть неожиданно BC7. И вот эта вот комбинация, CD6, надо отходить, FE3, она не проходит. Потому что черные бьют неожиданно на поле D4, белые играют EF2, черные бьют, белые играют FE3, бьют три шашки, и на самом деле она проигрывает за белых. Черные отвечают просто CD6, ну и легко выигрывают с лишней шашкой.
видимо, оба соперника так увлеклись вот этой комбинацией после хода cd2, что не заметили вот этого варианта. Ну, в итоге черные не пошли на bc7, так как опасались, что белые проведут комбинацию на поле e7, прорвутся в дамки. Ну, как мы выяснили, на самом деле она проигрывает. И черные сыграли hg7. Ну, тут развязка вообще быстро наступает. Белые играют cd6, побили. Ну и просто размениваются. Ставят опять тычок на c5. Ну и тут он победный. Можете сами убедиться, тут позиция легко выиграна за белых. А на самом деле в этой позиции надо было играть e2. Именно этот ход вел к выигрышу белых. То есть если теперь уже черные, допустим, играют bc7, ну, мы тогда нападаем cd6, надо отходить. Мы играем dc3, бой. И позиция кажется вроде бы равной, то есть ничего особенного, но на самом деле вот за счет того, что у черных, видите, по центру ни одной шашки, ну и у белых тоже, но белые успевают, так сказать, наладить взаимодействие между флангами ходом cd4, ну и можете убедиться, тут позиция белых легко выиграна. То есть теперь в чем суть? Хода cd6 нет из-за банального d5. Ну, в какую сторону не бей, сюда или сюда, без разницы. Белые играют fg3, ну, легко выигрывают. Если же не играть cd6, играть, допустим, b5, ну, может даже cd2 сыграть, допустим. Ну, сюда бесполезно, мы dc5 и fg3 сыграем, ну, допустим, fg5. Тогда dc5, допустим, напали, разменялись. Шашку надо жертвовать, как-то пытаться прорваться. Белые ставят дамку. Ну, надо играть. Ну, на поле c3 бесполезно. Просто белые сыграют на e5. И после cd2 fg3 сыграют. Приходится отдавать шашку. Ну, может даже не отдавать. Может сперва, допустим, на a3. Теперь белые уже размениваются, ну и легко выигрывают. То есть надо играть АБ2 и выигрывать так называемое распутье. То есть сюда не поставишь дамку, просто отойдут белые, выигрывают по большой дороге. А если на С1, ну просто сюда сыграли или сюда, опять белые легко выигрывают. Ну и теперь разберем, как все-таки черные могли сделать ничью после хода CD2. Ну а HG7... BC7 это проигрывает, конечно, надо играть именно FG5. И теперь белым надо играть DC3. И теперь черные играют ED4. Ну и лучше всего белым побить на поле E5. Вроде бы кажется позиция белых опасна, но на самом деле тут еще черным надо быть осторожным. Лучше всего бить на поле B2. Ну и белые еще, видите, грозят прорваться. Одну дамку провести, затем вторую. Плюс у черных шашка на поле g5 в подвешенном состоянии. То есть эндшпиль будет более выгодный за белых. Но черные точным ходом ba1 полностью уравнивают позицию. То есть белые пытаются пройти в дамки. И черные жертвой дамки вот так вот уравнивают позицию. И видите, ударчик по затылку так называемый. Все. Ну и правило запомните, если шашки белых и черных разделяют более чем две линии доски, эта позиция 100% ничейная. Ну и напоследок сегодня еще одну партию разберем. Она была сыграна в микроматче между как раз Андреем Кригером тоже и гроссмейстером Олегом Дашковым. Выпал следующий дебют: EF4, DC5, CB4, ED6. Обязательные ходы. Белые играют b5. Ну и тут я разбирал это продолжение. Кто не знает, как тут играть, ссылочку выложу в верхнем левом углу. Это был микроматч между Аленой Большаковой и Никой Леопольдовой. Ника Леопольдова — это гроссмейстер из города Санкт-Петербург. Алена Большакова — это мастер спорта сильный из республики Саха-Якутия. Тут играть FG5 плохо, надо играть именно FE7. Ну и сильнейшее продолжение, я считаю, все-таки DE3 за белых. Ну,
посмотрите в ссылочке, там полностью разбор идет. Ну, Андрей Кригер и Олег Дашков оба сыграли в этой позиции BC3. Ну и оба тоже потом разменялись вот таким образом. И также оба сыграли затем DC5. А после DC5 FE3. Ну и Андрей Кригер, когда играл черными, он все-таки упростил позицию ходом CD4. Надо бить сюда. Ну и размен так называемый тройной одеколон. Тут он уравнял позицию после так. Отдали белые шашку, напали. Черные пожертвовали обратно шашку. Ну и позиция довольно-таки быстро уравнялась. Так, так, так. Потом черные выровняли как бы позицию. Партия закончилась ничьей. Я эту позицию уже как раз разбирал тоже. Вот матч между Аленой Большаковой и Никой Леопольдовой. В этой позиции вместо DC5 лучше играть FG5. Ну и после FE3 GH4. Белые размениваются. И черные полностью уравнивают игру ходом EF6. Тут даже в некоторых вариантах они еще могут получить преимущество и даже выиграть. То есть вот рекомендую играть именно этот вариант. А во второй партии микроматча между Олегом Дашковым и Андреем Кригером Олег Дашков, игравший черными, сыграл DC5. Ну и после FE3 он не стал упрощать позицию. Все-таки гроссмейстер, хочется как-то поиграть, выиграть, сыграл CB4. Ну и тут уже у черных возникли проблемы. Андрей сыграл CD4, надо отходить. И белые играют DC3. Ну и у черных начинаются проблемы. В этой позиции Олег Дашков разменялся. Андрей Кригер сыграл GF2. Олег Дашков AB6. GH4, B5, FG3. Ну и выясняется, что, допустим, вот такой план. B5 и FG5. Он не проходит, потому что белые сыграют AB6. Ну и, видите, хода CB2 нету из-за банального FG5 или FE5. То есть такой план не проходит. Неприятно, конечно, осознавать, когда ты в цейтноте находишься. И Олег Дашков меняет план. Он разменивается. Так, прошу прощения. Он разменивается на G5. Белые нападают, GH4. И черные размениваются DC5. Побили, побили. Побили, побили. Позиция еще ничейная, но уже требует определенной точности. А времени у обоих соперников не так много было. Здесь Олег Дашков напал. FG5. Андрей Кригер закрылся. Черные сыграли GH4. Белые пошли DE5. DE7, ED4. Ну и в этой позиции, обратите внимание, то есть шашка C1 надежно удерживает шашку А3. Надо было сыграть CB6. То есть вынуждая как раз ослабление вот этого фланга белых. То есть шашки в эндшпиле, в окончании партии, они, когда на весу, так скажем, они более подвержены атаке. То есть вот эту шашку дамка не может атаковать, а вот эту может. Вот за счет вот этого хода CB6 черные добивались ничьей. А Олег Дашков в цейтноте здесь разменялся. Ну и выяснилось, что позиция проиграна. DE5, FG7, CD4. Ну так, бесполезно играть, просто пойдем в дамки. CB6, ED6, GF6, белые напали. Ну, Олег Дашков тут еще заставляет соперника думать, сыграл FE5. Определенная точность нужна, побили. Черные разменялись. Ну и тут Андрей Кригер оказался на высоте, точно довел партию до победы. Точный ход CD2. Ну, сюда бесполезно играть, белые успевают поставить дамку и снять вот эту шашку, треугольник Петрова, поставят и выиграют. Поэтому приходится играть HG3, белые играют FG7, черные играют GF2 и белые ставят дамку на поле H8. И выясняется, что дамку ставить некуда просто. Сюда нельзя,
Черным мешает своя же шашка на поле c5, так называемый шлагбаум. То есть проиграно. А сюда, как было в партии, нельзя из-за простого gf6. И дамка черных попадает в петлю с победой. Ну и, естественно, шашкой отходить нельзя, потому что белые отдают шашку и выигрывают. Вот так Олег Дашков в цейтноте проиграл. Тем не менее, ничья была. То есть, еще раз, в этой позиции место размена. Он проигрывает. Надо было сыграть cb6, заставить сдвинуть вот эту сильную опорную шашку на поле c1 белых. Ну и вот теперь уже мы размениваемся. Ну и тут вообще никаких шансов на победу у белых нет. Допустим, d3, fg7. Как играть? Ну, допустим, так. Ну, пошли, допустим, сюда. Так, стоп. Да, в принципе, можно и bc5, и b5 даже. Ну, допустим, bc5 даже. Ну, и как бы чё, белые не играли, черные проходят в дамке. Эта позиция, конечно, тут за белых ее не выиграть. Допустим, сюда. Ну, естественно, сюда мы не пойдем, потому что это проигрывает. Допустим, побили сюда. Ну и дамка ловится. Естественно, мы так играть не будем. В этой позиции. Ну, можно просто уравнять позицию, допустим. Ну, тут как угодно. Допустим, gf6 даже. Грозим зайти в рубки, надо отходить. Отдали шашку, пошли hg3. Ну, потом проведем вот эту вторую шашку в дамке, ну и легко уравняем эту позицию. Ну и на десерт фрагмент из партии между мастером Алексеем Захаровым и гроссмейстером Дмитрием Цинманом. Алексей первую партию уравнял, так скажем, соперники заключили ничью. Заключили мир. А во второй партии также позиция была абсолютно равная. Ну, чуть получше у черных, но Алексей уравнял ее и ошибся уже в самом конце. То есть, можно было, в принципе, в этой позиции и gf2 сыграть, допустим, сюда-сюда. Ну, нападать бесполезно из-за hg3. Допустим, ну, сюда-сюда. То есть, на нападение снова мы hg5 играем. Разменялись так-так. И позиция в пользу белых. То есть ничего страшного тут нет за белых. Ну, Алексей даже более точно сыграл. Сыграл cd4 в этой позиции. Ну, и Дмитрию Цинману осталось играть только аб4. После gh2, естественно, оба соперника бы заключили мир. Но Алексей сыграл d5. Кажется, нормальный ход. На самом деле он проигрывает, как ни странно. Черные играют dc5. Белым надо идти в дамки. Черные играют bc3. Белые идут в дамки. И черные, кажется, что вроде у белых даже приятнее позиция. Черные неожиданно жертвуют шашку и играют cb2. Ну и, как говорится, тут куда ни ходи, везде проиграно. То есть, если ставим дамку, черные также ставят дамку. Ну и куда бы белые ни пошли, они проигрывают. То есть, допустим, сюда отдали. И черные обрезали белых по большой дороге. Вот так незамысловато, но красиво выиграл гроссмейстер Дмитрий Цинман у мастера Алексея Захарова. Друзья, еще раз рекомендую всем зайти на канал Яниса Сафина «Шашки для всех». Вот вы знаете, вот лично мои ощущения, я посмотрел чемпионат России, то есть, ну, классику не смотрел, долго смотреть, а вот быструю игру, блиц, вполне реально, как бы, посмотреть, разобрать партии. Еще вот такое чувство, вот, лично у меня, конечно, я многих людей знаю, то есть, и с Андреем Кригером играли, и с Дмитрием Цинманом, и с Баиром Гринчиновым. Ну, с Олегом Дашковым вживую ни разу не играл, только в интернете, как говорится, на гамблере. Ну, тоже в футбол играли вместе, то есть, с Алексеем Захаровым тоже лично знакомым, тоже играл. Кстати, один из разработчиков программы Тоша, также всем рекомендую. Вот поэтому, как бы, у меня вдвойне, то есть, такие
приятные чувства, то есть своего рода еще ностальгия. Друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания.